Болгарская сказка «Как бедняк с ростовщиком судился». Жил один очень бедный человек. Был у него небольшой клочок земли, вол и корова. Вот и все добро. Вола и корову он запрягал в плуг, когда пахал. Они и кормили хозяина. Но пришла беда. Не стало вола. Надо было покупать другого, а денег нет. Думал человек и решил занять у ростовщика. А ростовщик говорит: «Я тебе дам один золотой, но осенью ты принесешь мне два». Что делать? Согласился человек. А тут откуда ни возьмись засуха. Бедняга не вернул себе даже семена. Где уж было искать два золотых, чтобы отдать ростовщику? А тот только того этого и ждал, и забрал у крестьянина землю. «Несправедливо, господин, забирать землю, — говорит крестьянин. — Как же я буду теперь жить?» А ростовщик отвечает: «А деньги не отдавать справедливо?» Опустил голову человек, идет и думает, что делать дальше, как детей прокормить. Думал и решил пожаловаться старости. А староста отвечает: «Так тебе и надо, ты ведь не отдал ему денег?» «Нигде, правда, нет», — вздохнул старик и ушел. Идет, горюет, вдруг навстречу ему человек, весь в черном, только голова красная, а за плечами два больших крыла, и он ими ветер поднимает. Испугался крестьянин, свернул с дороги. А человек в черном подходит ближе и ближе. Старик и спрашивает: «Ты случайно не черт?» «Нет, не черт, я ветер». «Ветер?» — не поверил человек. «А чего же ты черный?» «Я черный ветер», — ответил тот. «Может, хоть ты мне поможешь?» — говорит крестьянин. «Я судью ищу, а ты справедлив. Одинаково веешь и на богатого, и на бедного». И рассказал ветру все, как было. А ветер говорит: «Я тебе помочь не смогу, потому что моя работа ветер гнать. Иди лучше к месяцу. Он светит свысока, видит далеко и много знает. Больше тебе никто не поможет». И ветер показал бедняку на серебряную гору, где надо было искать месяц. И человек пошел. Шел, наконец дошел-таки к месяцевым хоромам. Во дворе увидел две звезды, что сидели на серебряных стульях и серебром вышивали месяцу одежду. «Ничем он тебе не поможет», — сказали звезды человеку. «Месяц ничего не сделает без солнца». «Пустите меня, звездочки», — молился человек. «Может, я уговорю его, может, как раз согласится». А те отвечают: «Он сейчас холодный и сердитый. Взглянет на тебя — еще умрешь. А вдруг согласится быть мне судьей?» Ветер говорил, что только месяц может заступиться за меня. «Оставь месяца», — говорят звезды, — «иди лучше к солнцу. Только оно может стать тебе судьей. Иди по этой тропинке, она приведет тебя на Золотую гору. Там стоят солнце хоромы». Попрощался бедняк со звездами и пошел дальше. Дошел, наконец, до Золотой горы. Встретила мужика солнцева мать, ясная заря, и говорит: «Беги отсюда скорее, человек, скоро солнце придет, а оно, когда заходит, то такое злое, что сразу сожжет тебя». «Я пришел просить солнца заступиться за меня», — объяснил бедняк. «Спрячься в дом», — приказала солнцева мать. «Придет солнце, я накормлю его и усыплю, а как выспится, оно тогда хорошее и мирное, тогда я расскажу ему о тебе». Послушал крестьянин солнцеву мать и скрылся в доме. Скоро солнце пришло, весь дворец нагрелся от его жара. Солнцева мать спряталась за ворота, чтобы не сгореть. Она подождала, пока солнце спрячет свой огонь в железную сумку, висящую на стене, и сядет ужинать. Затем быстро накрыла на стол, положив на него хлеб из 9 печей и поставив 9 котлов всяких блюд. Далее постелила сыну постель и положила спать. Солнце сразу уснуло, и только ночью проснулось напиться воды. Тогда и рассказала ему мать про бедняка и про его просьбу. Засмеялось солнце: «Ну и дурак же тот бедняк. Или он не понимает, что куда бы ни пошел, хоть кому бы ни обратился, всякий судья оправдает ростовщика. Разве может бедняк соперничать с богатеем? Что же ему делать?» — спросила мать. «Скажи ему, ранехонько, мама, чтобы он хитростью забрал у ростовщика землю», — ответило солнце.
Пусть скажет ему, что через 3 дня я встану не на востоке, а на западе. Выслушала мать солнце и на рассвете позвала к себе бедняка и пересказала все, что советовал сын. Поцеловал человек ей руку и кратчайшим путем быстро добрался до деревни. Пришел к ростовщику и говорит: «Ты сделал большой грех, господин, забрав мою землю. Поэтому через 3 дня солнце встанет не на востоке, а на западе». А ростовщик: «Ты с ума сошел? Где кто видел, чтобы солнце сходило на западе?» «Говорю тебе, что так будет», — повторил бедняк. «Если этакое чудо сбудется, — сказал ростовщик, — я верну тебе землю. Если нет, заберу и вола, и корову. Согласен? Хорошо». На том и порешили. На 3-й день солнце, как обещало, взошло на западе. И ростовщику пришлось вернуть землю бедняку.